Ну, вообще, откровенно сказать, деятельность вот этих девушек, которые себя называют фемен, группа или как там это правильнее назвать, она, ну, у меня лично она так, вызывает легкое непонимание. Ну, если они считают, что именно такой путь нужно выбрать для выражения своих мыслей, ну, в общем, это их, конечно, право. Но еще раз, мое мнение, конечно, я его озвучил, для меня это... Диковато все это, конечно, выглядит. А самое главное, совершенно деструктивно. Вот, вот ведь в чем еще. Если это пропиарится, то это хорошее дело. А вот если как-то прийти к какому-то решению вопроса, то, по-моему, еще ни одна из их вот этих выходок не принесла какого-то дельного результата, кроме того, что их там полуголыми по телевизору показывают. Вот, значит, почему такая реакция? Почему такая реакция, для меня тоже непонятно. Я думаю, что это, ну, очередной повод нашли для того, чтобы каким-то образом пропиарить вот отдельных участников работы вот на ниве некоммерческих, неправительственных организаций. Потому что, повторюсь, что, в общем-то, и закона или поправок закона еще никаких не внесено. Мысль озвучена, я ее в том числе озвучил. Почему она возникла? Потому что закон не выполняется в значительной степени. Что здесь вызывает смущение? На мой взгляд, очень, очень сильно притянуто за уши. Но это, к сожалению, мы очень часто встречаемся с этим вот, со стороны так называемой либеральной части нашего общества.